Так, добрый день всем. Новые посылки у нас. Решил заснять вам. Только забрал на почте, еще в машине. Сейчас самому интересно. Возможно, даже те посылки, которые давно ждал, у которых истекли уже время ожидания, был спор. Спор ухвалили. И да, это именно те посылки. Продавец как-то собрался уже возвращать деньги за эту посылку, так как срок посылки уже превысил ожидаемый и открыл спор. Но придется мне теперь возвращать продавцу деньги. В общем, как-то придется решать этот вопрос. Итак, посылка у нас вот такая вот, без упаковки. Вот видите уже провода. Это у нас центральный замок. Центральный замок автомобильный на 12 вольт. Такая посылка без коробочки, без ничего. Ну да ладно. Не сигнализация, а именно центральный замок. По стоимости он обошелся мне в 10 долларов. Ну там плюс-минус центы. Так, есть у нас инструкция, есть схема подключения, потому что в отзывах у продавца писали, что то ложит, то не ложит. В общем, инструкция есть. Так, центральный замок. Есть у нас вот блок управления. Только я вот не пойму. Так, это брелки у нас. Вот брелки. Но брелки, думал, будут меньше по размеру, но нет. Ну, в принципе, нормально. Так, смотрим, или есть батарейки в них. Да, даже есть. Есть индикатор, работает. Поэтому очень приятно, есть батарейки. Потому что, опять-таки, в отзывах писалось, что то брелок с батарейкой, то без батарейки. Поэтому, ну, смотрите внимательно, читайте отзывы, описание, пишите продавцу, есть батарейки, нету. Я писал, не помню, что он отвечал, но не суть. В общем, я заказал не самый дешевый, потому что было и там и то ли за 7 долларов, но там такие продавцы с отзывами. Отзывов, вернее, вообще нету, а процент ихнего магазина, процент надежности тоже составляет 0%. Поэтому, да, я понимаю, там дешевле на 2 доллара или на 3, но а где потом будут ваши деньги и ваша посылка, это не гарантировано. Очень много случаев, что просто много мошенников, вот и все. Так, пульты есть, блок управления есть. Так, я так понимаю, ага, это у нас лампочка, индикатор, который будет. Вот она у нас сюда вот так вставляется. Окей, ну, это потом, если будет установка, я вам сейчас, ну, все расскажу. Ну, и провода. Очень хорошо есть предохранитель. Это радует. Ну, и провода, которые уже будут идти на сами, на двери, на дверные центральные замки. Все, не буду занимать время. Вот такой наборчик хороший. Но вот это что у нас, красный провод, что ли, это плюс. Нужно будет понять, где у него. Хотя нет, хотя плюс, ну, плюс-минус питание должно в этом жгуте все идти. Так, ладно, потом по установке будем разбираться с вами вместе. Покажу, расскажу. Там еще посмотрю несколько видео. Ну, почитаю инструкцию, схему почитаю. Разберемся. В общем, я очень рад, что пришла эта посылка. Хочу поставить себе этот центральный замок на грузовик. Потому что здесь в машине-то вроде все есть. Все отлично. Центральный замок. Вот он вот так работает. Видео, возможно, вы смотрели. Вот эти чехлы ношу. Чехлы нормального качества, уже привык к ним, и ключ не так юзается. Ну, вот, поэтому на этой машине есть, это на грузовик хочу себе поставить замок. Так, вторая посылка, буду вам давать лишнюю информацию. Вторая посылка. Так, сейчас вот это аккуратненько открыть. Как написано на коробке, это у нас камера заднего вида. Тоже уже срок посылки истекает, и она вот приходит
буквально последний момент. Вот такая у нас камера заднего вида. Инструкция есть. Инструкцию мы уже все знаем. Камера. Так. Провод в комплекте. Провод питания на камеру. Провод видеосигнала с камеры на монитор. Тоже идет сразу же впаянный провод питания. Можно, то бишь, вот, чтобы не запитывать и камеру, и монитор от разных источников питания. То есть можно с одного запитать, например, с фонаря заднего хода. Вкручиваем его на камеру плюс. И дальше по как тянем провод видеосигнала на монитор. И тут же к монитору тоже подаем плюс. Ну а минус бросаем на кузов. Вот. Потому что я первый раз установил камеру себе, не было этого проводка. Было отдельно. В общем, я бросал на камеру плюс от заднего фонаря, на монитор искал другой плюс. Очень, тут не очень удобно. Тут уже немножко проще, удобнее. Вот. И сама камера. Сама камера, даже вот заклеена пленочкой. Красиво, прикольно. Вот, камера, в народе бабочка из-за своих крылышек вот этих. Очень хорошая, маленькая, удобная, не очень заметная на машине. Качество изображения на 4. Ну, в принципе, уже пользуюсь ей более, наверное, полугода. Пока никаких проблем. Ну, и в комплекте вот такие вот болтики, винтики, шурупики для камеры. Вот все, вот такие у нас посылки. Всем спасибо, смотрите за обновлениями.